И всем привет, с вами я, MindGamer. И сегодня я буду проходить карту, как я давно не проходил карты. И сегодня это будет карта, значит, Super Mario Bros. 2 от создателя, сейчас скажу, вот, Exot. Не знаю, как это правильно читать. Окей. Итак, что же, все, как бы... правила я как бы прочитал все, что там про настройки было сказано, я все поставил. Так, теперь рассказываю. Значит, вот это типа у нас будет question mark, который, я так понимаю, надо ломать, и как бы ты получаешь коинсы, а коинсы это у нас они вот какие. Да, не пугайтесь, это никаких тут модов нету, это у нас этот самый. Это не моды, это текстура, это ресурс пак. Я даже могу сейчас... Нет, я не буду показывать, я боюсь, что у меня начнет лагать. Потому что я не знаю, я нашел способ, чтобы у меня меньше было лагов. Сейчас, например, у меня 35-40 FPS. 30, в общем, 30-40 FPS. Это очень круто вообще-то для меня. Я вам так хочу сказать. Вот. Так что остальные все правила я уже учел. Вот. Да, вот еще раз, вот тут вот, почему я сказал, что вот эти вот блоки с вопросиками надо ломать? Потому что тут вот написано «Don't break any blocks other than question marks». Не ломать другие блоки, кроме question marks. А вот это question mark. Итак, чтобы было, ну, веселее, сейчас мы возьмем вот эти... Коинс, на самом деле светящаяся пыль у меня пишет. Так, вот, ну вот, опять же, тут какой-то наркоманский житель. Окей. Я посмотрел в ресурс-паке, какой тут самый такой хороший музычка. Хорошая музычка, да, конечно же. Это вот супер, это вот чирп. Так что я ее беру. И забираю коинсы. Так, подождите, а у меня сейчас в настройках музыка и звук, значит, музыкальный блок у меня вообще на 100% особенный. Что-то я разбежался. Музычку. Нет, стоп, это не та музычка. Это не та музычка. А ладно, без разницы. В ресурс-паке, тем не менее, была другая. О. Did you hear that princess? Oh my. Princess, where are you? Where did you go? Princess, I must save her. First, I'm mushroom. А, может, типа... Это говорит Марио. Ну, в общем, типа, пропала принцесса, в общем, ее надо разыскать. Но сначала вот эти грибочки. Так, надо собрать, я так понимаю. Грибочки. Грибочки. Интересно, что это вообще без ресурсов пока будет. Ладно, погнали. Значит, Element 1, Stage 1. Окей. Ого. Нифига. А, паркурчик. Окей. М. А, грибочки. Что-то мне кажется, что этот Марио к концу карты станет наркоманом. Ни хренашеньки, там дырка. Да, но тем не менее, ой. Тем не менее, я хочу вам сказать, что я теперь люблю паркуры, нежели... Ого. Так. Сейчас, так. Куда? А, там еще эти, зашибись. А как мне потом вернуться? Что-то это... Как-то странно. Чуть не упал. Окей. А как их собирать, извиняюсь? Вы издеваетесь? Окей. Давайте... Ой, так. Сейчас сели. Что-то как-то хило. У меня монеты-то собираются. На, и пофигу. Давайте я спрыгну. И как грибочки собирать? Походу, вот это земля.
Или что-то еще, там какой-нибудь песок душ. Как вернуться? А, типа того, что там все это сделать можно. Так, сейчас я соберу. Блин. Хреново. Тут. Ой-ой, Саша Грей. Окей, ладно, те грибочки я уже, наверное. Ой-ой, не соберу. Ладно. Так, и что прикажете делать? Тут какая-то плита. Ой. Элемент 1.5. Стейдж 1. А. Ой-ой. Ой-ой. Ой. Ок. О! Зато коинсы. Окей. Окей. Ой. Да е-моюсь. Да ешкин, моюшкин. Окей. В общем, это... Я так понимаю, что это опять же паркур. Ой. Ох, черт возьми. По-моему, мне надо придумать что-то с управлением. Потому что мне вообще в Майнкрафте сейчас свой вариант управления. И как-то мне... Блин. Немножко неудобно. Либо надо к новому стандартному управлению мне будет привыкать. Но что-то мне это как-то... Вот честно говорю, не... А как до этого блока долететь? Окей. Небесная сила. Я тут допрыгну. Оригинально. Окей. Погнали. Так. Ну и давайте уж тогда до конца. Блин. Ты что-то... Ладно, ок. Я там буду... Я, наверное, надеюсь, что я там проскочу. Окей. Погнали. Уть. Уть. Чё, уже пластинка там кончилась? Я музыки не слышу. Или я отрубил колонки? А, пофиг. Не знаю, по крайней мере, вы, если музычка играет, то вы ее услышите. Ох, черт. О. Да я мастер. Блин, почему нельзя ускориться и быстрее подниматься по лестнице? 1.5, стейдж 2. Окей. Окей. А, там вода. Ох. Чё? Вы о чём? Чё? Небесная сила. Ё-моё, чё за фигня? Что это вообще такое было? Я не догнал. Так, я был вот здесь. А, в общем, ну, по идее, надо было, короче, разбегаться. Окей. Ю-ху! Водичка! Да, кстати... Как вы видите, у меня сейчас скин-то есть. Кстати, он там немножко с ногами, я нахимичил. Но, тем не менее, просто понимаете, у меня когда... Блин. У меня, когда я просто запустил Майнкрафт... Сейчас я играю на 1.8. Что это там, раздатчики? Вообще пустота. Просто когда я проходил... Просто когда я запустил Майнкрафт 1.8... Чё за фигня? Почему они не пашут? Когда я запустил Майнкрафт 1.8 и поставил свой ресурс пак, чтобы у меня скин нормально отображался, мой скин, да е-мое, мой скин отображался. И вот такая была у меня фигня, что я вообще очень, мой скин почему-то очень коряво вообще отображался. И поэтому мне пришлось, так сказать, что под тебя... И мне пришлось, в общем, в Пойнтнете химичить. В общем, я понял, что там типа сейчас новая система скинов в Моджинге. Чем же у Microsoft же сейчас Майнкрафт, ну пофиг. В общем, Моджинг в 1.8 ввел новую систему скинов, и мне. А у меня была, тем не менее, еще старая система. И почему-то Майнкрафт ее стал отображать коряво. Лаги.
Черт. Что это? Вообще not funny. Окей. Let's jump there. Так, там опять? Нет, там не опять. Тем не менее, там страшнее уже не будет, я так понимаю. Хорошо. Так-то так. Оп. О, хорошо-то как. Так. Element complete. Element complete. Все хорошо. Вот, телепортировались. Это мы где? Подниматься, короче, надо. Хорошо. А, ну правильно. Там же был элемент. Хорошо. Я вообще юмора не понял. Эльял! Что прикажете делать? Ты понимаешь, сюда или... Ну да, сюда. Походу, сюда. Так. Паркур. Не тролль. Если кто-то смотрел прохождение TPC паркур, как я проходил карту TPC паркур, вот, то там уже... Нет, мне надоело. То там ужасно были, ужасные просто были лаги. На видео. Но у меня не лагало, я не знаю, просто я тогда какую-то вообще идиотскую программу для... Ой. Для съемки использовал. Вообще идиотскую, просто я хочу сказать. Вот. И... в общем... А вот то, что вы уже смотрели там одиночный Майнкрафт с Майнгеймером, все такое, я его снимал уже с Бандикамом. И там у меня уже тоже действительно лагало. Это у меня... Да ё-моё. Is it possible, guys? Is that possible? No, it isn't possible. So, game... So... Нет! Ай. Нахрен. Так, всё. I'm богач. Всё. Так, что у нас тут? А, ну, у нас тут всё просто. Да, вы не обижайтесь, пожалуйста, но я всё же периодически буду включать гейм-мод. Хрена! Тут... Ни хренашеньки тут. Падай! Чё? Так, стоп. Сидим. Не дрыгаемся. А куда? Чё? И что вы прикажете делать? Так. Окей. Я вашего юмора не понял. Окей. Я не понял вообще, что здесь надо делать серьезно. Может, кто-то мне, конечно, в комментах и напишет, что тут надо было делать, но тем не менее, я об этом не догнал. Я забрал? Нормально. Свифт. Так, что тут? Чекпоинт. Чекпоинт. Так, элемент 1, стейдж 2. Так, всё, стейдж 2. О, грибочки. Окей, грибочки. Только я не знаю, конечно, для чего эти грибочки. И не факт, что если они для какого-то крафта там в конце понадобятся. Если они для какого-то крафта там в конце понадобятся, то я вообще еще не факт, что я буду знать этот крафт. Оно-то на фитомс. Я не уверен, что я его очень скоро смогу поставить на 1.8. Так, потому что 1.8 вышел совсем недавно, а на 1.7 меня почему-то выкидывало как-то очень часто.
Ну, то есть вот у того жителя, у которого я вначале пластинку купил, дайте-ка я музычку убавлю. У того жителя, у которого я вначале купил вот пластинку, да, когда я открывал последний, как бы, его товар, да, меня почему-то тупо выкидывало. Тупо писал, что типа Майнкрафт крашнулся и тому подобное. Но это не весело. Поэтому я решил нафиг. Again. Oh. Окей. Что это за звук? Может, мне туда надо прыгнуть? Хрена! Окей. Чё тут? Чекпоинт! Чекпоинт! Блин, прикольный ресурс флаг, конечно. Господин, всё как-то быстрее. Окей. Чего? Advanced Stage 3? В общем, а я вам хочу сейчас, наверное, буду... А, так, грибочки. Итак, я хочу сказать всем спасибо за просмотр. Хочу сказать, что с вами был MindGamer. И я хочу сказать, чтобы вы подписывались... Ё-моё, что за фигня? Чтобы вы подписывались на мой канал, ставили лайки. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.